Приветствую вас, уважаемые друзья и гости моего канала. Получил сегодня вот такую вот большую, огромную посылку. Вес данной посылки 20 килограмм 520 грамм. Довольно внушительная посылка, больших размеров. И что я в ней получил, хочу вам показать. Очень доволен этой посылке. Это приз, который я выиграл на Фейсбуке методом репостов. И выиграл я ее у ток-шоу «Получи леща». Также есть и канал на Ютубе. Называется он «Получи леща». Ссылки будут в описании под видео. И выиграл я вот такой вот замечательный приз. А что здесь? А здесь 20 килограмм, друзья, прикормки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Две упаковки по 10 пачек. Сейчас распакую и покажу вам ее. Ну вот, друзья, распаковал упаковки. И что у нас получается? Получается 10 пачек прикормки лещ. Прикормка фирмы Вабик. И 10 пачек прикормка универсальная. Также фирма Вабик. До этого я ловил, использовал прикормки Трайпер, Занету, прикормки польских фирм. И очень мне понравилась белорусская прикормка РС. Об этой прикормке я услышал впервые. И как раз от канала «Получи леща». Ну, сделал репост. И мне повезло. И я получаю вот такой вот хороший приз. Прикормка появилась, я так понимаю, в 2017 году. Раньше я об этой прикормке просто не слышал, не видел у нас в городе в продаже. Но сразу хочу заметить, открыв пачки, такой приятный аромат. Пахнет пряниками, выпечкой, какими-то ароматизаторами. Я сами в пачке не вскрывал, поэтому пока я рассказать особо об данной прикормке ничего не могу. Но посмотрел видеоролики про эту прикормку на Ютубе, почитал комментарии. Ну и братья-рыбаки довольно хвалят эту прикормку. Говорят, что за эту цену прикормка очень хороша. Ну, будем проверять это на водоеме. Как раз скоро начинается весенний, летний, осенний период. Я больше ловлю фидером. Ну и поэтому, может быть, еще для этой прикормки буду покупать трайпер фидер. И попробую мешать. Также меня удивило. На пачках написано 1000 грамм, 1 килограмм. А посылка завесила из 20 пачек 20 килограмм 520 грамм. Взял весы. И сейчас мы ради интереса взвесим, сколько все-таки весит пачка. Как видите, в пачке даже расфасовано больше, чем килограмм. 1016 грамм. В следующей пачке 1009 грамм. 1011 грамм. Как видите, производитель даже фасует намного больше данной прикормки. Прикормка сухая, не увлажненная, поэтому лишнего веса здесь нету.
Я даже получил в 20 пачках, как говорится, еще полкилограмма, как бы в подарок. Хотя это все в подарок, это все выиграно. Ну, получается еще на полкилограмма больше, чем я думал. Ну вот, друзья, будем пробовать, будем использовать. Если мне данная прикормка понравится, то я вам, конечно, об этом расскажу в видео по рыбалке. На этом буду заканчивать, друзья. Спасибо за просмотры. Спасибо, что комментируете мои работы. Спасибо, что ставите лайки. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами на канале.